Ремонтные работы в детском саду «Лесная сказка» идут полным ходом. Средства были выделены концерном «Росэнергоатом». Еще в начале лета определили объем работ. И вот уже ремонтный сезон вышел на финишную прямую. Уже сейчас закончено утепление полностью детского сада, замена окон, замена дверей. То есть наш детский сад уже мы утеплили, сделали его комфортным внутри. А сейчас снаружи идет отделка декоративными панелями, такими вот красочными, яркими. Наше такое солнышко оранжевое, синее, такой стабильности цвет, верности нашему детскому саду. То есть сейчас полным ходом идут работы именно по отделке. Уже окончательное завершение, близится завершение работ по ремонту фасада. Ну, кроме этого, у нас еще на эти же благотворительные средства от концерна «Росэнергоатом» мы проводили другие работы. Это уличное освещение, установка уличного освещения, установка трех теневых навесов на прогулочных участках, частичное асфальтирование, частичная замена ограждения, то есть работ очень много. А также и внутренние у нас еще работы идут. Это замена линолеума в группах и спортивном зале. У нас рабочая группа создана по контролю за качеством работ, за объемом работ. И поэтому ежедневно к нам приходят с городского хозяйства представители. Наш глава посещает наш Андрей Николаевич Шубин постоянно. Наш гость, не гость даже, он постоянно смотрит за продвижением работ, за объемом работ. Поэтому у нас здесь контроль такой, ну, идет тщательный. В этом году у нас в ремонте находилось 3 учебных кабинета, малый спортивный зал и раздевалки для мальчиков и девочек школьного бассейна. Значит, работы по ремонту 59-го кабинета, 5-го кабинета, 10-го кабинета, а также раздевалок бассейна выполняла подрядная организация «Стройэлит». Вот. На выполнение этих работ были выделены средства спонсорские Смоленской атомной электростанции. Ремонт малого спортивного зала выполнялся организацией ИП «Володин», подрядной организации. Средства на ремонт этого помещения мы выиграли благодаря участию в конкурсе социально значимых проектов, который проводится госкорпорацией «Росэнергоатом». Мы активно участвуем в этом конкурсе. Вот, и в этом году мы получили грант на ремонт малого спортивного зала. Вот. Частично у нас была отремонтирована кровля. Средства были выделены из резервного фонда администрации муниципального образования в городе Десногорск Смоленской области. В настоящий момент все помещения, ремонт помещений школы завершен. Вот. И уже после каникул дети будут заниматься в чистых, красивых учебных кабинетах.